Так, это открылось. Обалдеть. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами снова встречаемся в удивительном мире Скарима и продолжаем изучать его вместе с нашей новой подругой Вильей, которая уже давным-давно подруга старая. Итак, мы с вами в таком согнутом состоянии. Почему? Потому что мы с вами вошли в темный предел. Что мы тут делаем, я уже не помню. Скорее мы заходим редко. С Вильей наши встречи еще реже. У нас тут было задание, и, по-моему, оно касалось древних свитков. А чего же еще? Так. What a place. It's huge. Огромное. Темное. Так, Вилли, это все хорошо, но у нас тут есть арбалет. Я, кстати, не помню, как он тут работает. А, вот так вот, да? Что мы сделали? Мы что-то сделали? Там есть сфера. Можно попытаться ее подбить. Но если у нас это не получится, это будет плачевно. Да-д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 а. Побежал лихур ее грызть. Я думаю, что он с этим справится. Эх, нас подбили-то. Так, все, лифурчик, ты... Я думаю, справился. Так, и мы тут же резко проголодались. Ай-яй-яй-яй. Ладно, давайте, прежде чем идти куда-нибудь дальше, что-нибудь перекусим тогда. Быстренько на скорую ручку. Душевную похлебку. Так, красное яблочко. Нужно больше. Ну тогда окорок. Еще больше? Нет. Так, ну и можно еще водички. Вот так вот. Морковку мы прибережем. И надо вспоминать, как тут что было, потому что, друзья, как я и говорю, Скаримский забывается, но с тем большим удовольствием я в него... This place is creepy. Creepy. Еще как creepy, Вилья. Если б ты знала, сколько тут всяких тварей. Вот-вот-вот, одна тварь уже прется, я уже вижу. Поэтому мы это все возьмем. Вот, видишь, какая крипи тут у нас. А еще здесь. Не знаю, не знаю. Вот это азия или нет. Тихо, 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 тихо. Да. I wish I could use a bow that well. Ладно, Вилли, прекрати мне льстить. Ухи, думаки, стрелы. Все, что нам нужно от фалмеров. Лифурчик, он у нас невидимый и неслышимый наш пес. Умничка. Так, друзья, я пойду от лица мне привычного. Я не помню, как оно называется. Второе, третье, пятое, десятое. Так, давайте-ка посетим полевую лабораторию. Дымс. Так, вот чего я не помню, это есть тут кто-нибудь или уже нету? Так. Ага, она пуста. Но есть сундучок.
Магия и тумак. Кстати, магия мне тут, помнится, на медне нужна была. При сражении с Центурионом. Ожерелье. Вот даже не знаю. Зачем нам все это? Зачем? Орёт, орёт корень Мирна, причем не простой, а алый. Значит, возвращение к корням. Да, здесь надо добыть кучу всяких корней Мирна. И именно не всяких, а... Ну, вся одна вещь, сердце Даэдра. А именно красных корней Мирна. Так, сука, аптекаря, что у нас тут? Берём, берём. Так, наконец-то проснулся у нас... Лифур. Что велится, не нравится. Так, давайте прочтем. Алхимию мы себя повысили. Отлично. Почему бы нам не повысить алхимию, когда есть такая возможность, не так ли? Так. О, да. Берем. Берем все, прямо все, не глядя, без хлеба. Вот, так, а это что, клешня грязевого краба? Вот это мы брать не будем, она тяжелая. И нам она, в принципе, не нужна. Так, обруч. Красивый. Танец в огне. Читали мы его? Есть он у нас. Картошка. Ну, вилька наша, между прочим, набита очень сильно всякими продуктами, поэтому... Что мы можем сготовить? Мы можем водичку себе сделать. Вот, и, пожалуй, все. Мед и сот. Ну, нужен он нам, наверное, нет. Так, ну что ж, в этом месте все. И, собственно говоря, кто знает, тот знает. Я думаю, что все уже знают, что такое возвращение к корням. А это нам надо взять, собрать, по-моему, то ли 25, то ли 35. Ну, какое-то невменяемое количество корней Мирна. Ладно, уходим. Вилька? Подожди. Не так. Вот, правильно. Keep distance. Соблюдайте дистанцию. Так, ну куда надо нам? Дайте-ка мне карту. Локальную, желательно. Мне нужно вот сюда вот пройти в собор Альфтант. Альфтант. А вот как-то у нас навигация... Ага, вот наша навигация. И вот наша цель. Навигацию я отключила. Ну, даже не знаю, друзья, будем ли мы собирать те самые корни Мирна. Потому что все это весьма непросто, скажем так. Здесь куча врагов. Кто толкается? Ну, кто бы это еще мог быть? Кроме того... Кто-то помнит, я-то уже не помню, где они все тут растут. Они все как-то по-разному. Ну, давайте хотя бы по пути что-то соберем. Что есть? Так. Темно. Страшно. Это ж такая гадость, этот детеныш Коруса. Это страшная гадость. Фу, Вилька меня вылечила. О, вот смотри, вон еще одна фигня. О, какая гадость. О, друзья, я прямо вам не скажу, какая же гадость. Это она не разбивается.
должны разбиваться. А нет, отсюда уже вылетел, да, все. Фу. Яйцо, усик. Так, хитин не будем брать, он тяжелый. Да, посмотрите, какая дрянь. С одной стороны, он, конечно, очень красивый. Но с другой стороны... Так, здесь мы разбили, и это просто не вылупившийся кокон. Теперь он уже никогда не вылупится. Так. Мне очень не хотелось бы делать кучу сохранок. Ну и опять же, не хотелось бы начинать с самого начала. Так, Вилья, ты со светом? Ты со светом, иди сюда ближе. Светом заходи. Так. Напомнится, тут еще что-то было. Ну, в принципе, как мне кажется, в темный предел нам еще надо будет. Я могу, конечно, ошибаться. Поскольку, хоть мы все играли в Скарим, но Скарим умеет такое обыкновение забываться всеми нюансами, потому что, естественно, событий в нем очень-очень много. Хьюч. Огромный-огромный-огромный город. Так, куда нам? Нам куда-то вот туда. Почему мы так медленно движемся? Усталость, друзья, усталость. И поэтому мы еле тянем ноги. Да что ж такое-то? Слушай, Вилья, давай, может, я тебе что-то дам, потому что так дело не пойдет. Yes, what is it? Так, знаешь что, Илюхин, дай мне свои дополнительные сумки. Sure. Так, по-моему, в первой у нас была всякая ерунда. Да. Так, что я тебе могу отдать? Держи волчью шкуру. Почему-то украденный гранат и изумруд. Где я его украла? Не спрашивайте. На тебе рубины, смотри, тебе прям все самое дорогое отдаю. Так, серебряный слиток, держи. Он у нас хоть и квестовый, но... Так, перо. Зачем-то мы с собой таскаем пустую бутылку из-под скумы. Черт знает что. Камни душ. Древесная стружка. Так, ну ладно, держи всякие рубины. Безупречные. Более того, смотрите, они у нас квестовые тоже. Ну, как-то так, наверное, нормально будет, да? Все, нам полегчало? Ничего подобного. Так, ну что тогда делать? Тогда, друзья, знаете, что мы идем ночевать. Сколько у нас время-то? О, еще бы, у нас 3 часа ночи. Я еле тащу ноги. Да что ж такое-то? С ума сойти. Вот как мы устали. Кто б мог подумать? Так, где-то здесь, по-моему, была кровать или нет? Слушайте, я так утомилась, моя мадам, что даже... А, вот кровать. Вилья, все, баньки. Yes? Так, передохнуть не желаешь? Good idea. Ну вот, отдыхайте. А мы вроде сытые, напитые, но уставшие. Поэтому спим. Сколько мы спим?
Ну, какая разница? Давайте спим 6 часов, 7 часов. Что мы подхватили? Разжижение мозга. Какая прелесть. О, Вилька, ты думаешь, это хорошая идея здесь стучать? Ёлки с палками. Так, ну ладно, что делать? Тогда давайте к нашей зелье. У меня где-то было зелье излечения от болезни, по-моему. Вот, исцеление болезни. Все, отлично. Так, ну а чтобы в горле не горчило, давайте что-нибудь съедим, что ли. Яблоко. Яблоко. Морковку. Ну вот, мы наелись и напились. Прекрасно. Вилья, хорош стучать. Вот что ты там стучишь? Маникюр? Экстремальный, суровый. And an iron, steel, dwarfen or silver ingot. I could make some fine arrows for you. Ну, вот если у меня будет, то будет. Пошли. Of course. Пошли, Вилья, хватит стучать. Уходим. Исчезаем. Так. Т-т-т-т-т-т-т-т. Не та буква. Ладно, присели и пошли. День ли, ночь ли, здесь все равно в этом месте, поэтому давайте постараемся здесь не задерживаться. Пойдем целенаправленно по нашему заданию. Так, вот еще кричит корень нервно. Я все. О-о. Так, тихо, тихо, тихо. Видишь, Вилли, что тут стоит? С этим делом надо быть либо осторожнее, либо все-таки его убить, побить. А там у нас фаунер где-то шныряют. Я уже спинным мозгом чую. Что это было? Коруса, 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 это такая дрянь. Кто еще? Палмер. Вижу. Отдавай свою душонку. Так, ну кто-то нас еще палит. Где-то там. Вилья сзади. И это еще не все. Кто-то нас явно вот просто видит. Просто видит. Кто нас видит? Another one down. Да, еще один. Лейфур, господи, бедолага, со стрелой в голове. Посмотрите, бедный пес. Все, прошла головная боль в виде стрелы. Давайте не задерживаемся. По дорожке. Да, я вон вижу, что там наверху есть корень мирно. В принципе, можно его и достать. И внизу вон еще корень мирно. Так, 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 это в принципе, как говорится, теоретически. Но практически
Надо сюда запрыгнуть. Вот, запрыгнули. А теперь надо сюда прийти. Что-то как-то они у нас не отображаются. Началось у нас это задание, не началось. Что, падаем? Потихонечку падаем. Потихонечку падаем. Ну, давайте тогда совсем упадем. Так, где-то я еще видела корень нервно. Мы уже так с особой дерзостью и цинизмом тут бегаем. По-моему, где-то здесь в луже, да? Так, в луже это может быть... Какая-то тут... Флуоресцирующая вода. Ага, вон там остался корень нервно. И здесь. Грибочки. Что у нас тут? Ничего. Хотелось бы, конечно, какой-то свет, друзья, но достаточно того, что, в принципе, у Вилья он есть. А мне как бы лишний раз светиться не хотелось бы. Если уж на то пошло. Так, ну ладно, возвращаемся на дорожку. А вот теперь потихоньку. Виль, а ты свет не зажигаешь? Смотрите-ка, раньше она зажигала свет, даже когда мы были в скрытном режиме, а теперь как-то у нее благоразумие посетило нашу Вилью. Состояние редкое, поэтому надо ценить. Ага. Так, ну что, нам вниз. Бабах. Землетрясение в Тамриэле. Черный предел, конечно, великолепен. Что и говорить. Поэтому давайте-ка сделаем скриншотик. Пока нас не убили. А ну куда-то туда. Очевидно, я помню, что здесь был этот выход в Альфтант. О, опять Центурион. Ёлки, опять Центурион. Не-не-не-не-не. Не то, чтобы мне... придется намокнуть. Ладно. Мне просто не хочется, друзья, с ним. Просто не хочется... Ой, блин. С ним биться. Так, нас не видит, значит, тут кто-то есть. Не так ли? Поплаваю. Не страшно, мне так кажется. Ой, я даже вижу, кто нас может видеть. Вот же эти. Черт, вы заметили, нас не видит. Вот они, куколки этих. Коконы этих. Черт. Мерзопакостных тварей. Илья. Толкайся. Ага, есть. И вот здесь вот под мостом, смотрите, сколько их.
Так. Еще, насколько я вижу, одна. О, все. Теперь никакие гнусные твари нам здесь не страшны. О, еще как страшны. Вот тут тоже есть. Самое мерзкое, что может быть в этой игре, это корусы. Корусы и их вот эти вот детишки. Успел вылететь, зараза. За фуры я попала. Илька, вали его. Все. О, однако он меня успел цапнуть. Или плюнуться какой-то дрянью. Так, усик и стрела. Все, что мне от тебя надо. Стрелы мы, конечно, разбазариваем, что и говорить. Ну да ладно, я надеюсь, мы пройдем быстренько сейчас эту локацию. И займемся более приятными делами. Пойдем в Маркарт, поторгуем. Продадим кучу ненужного барахла, наживем массу септимов. Так, друзья, не пойду я ни к шарику, не пойду, иначе это все будет очень-очень долго. Просто отдельно придем в черный предел. А мне кажется, действительно будут квесты. Как я уже говорю, могу ошибаться, но, по-моему, будут еще связанные с черным пределом. Да, те же самые корни Мирна, собственно говоря. Она вот туда. Насколько я могу судить. Правильно? Нет, черт возьми, мы вроде как неправильно. Хотя башня Зрака должна быть здесь. Записать словарь. Да. Ну, маркеры здесь у нас иногда шутят. Так, Вилька, пошли кататься. Ладно. Итак, какие-то варвары здесь уже разводили костры. Это все равно, что пустить папуасов в мебелированную комнату. О, понимаешь ли, они тут варили себе светящиеся грибы. Интересное варево должно быть получиться у них. Так. У нас еще есть что-то у меня тут так. Фризики пошли, фризики от света, очевидно. Так. О, исцеление болезни. Соревнования оружейников. В принципе, эта книжка должна нам поднимать, по-моему, она должна нам поднимать кузнечное дело. Возможно, мы его уже читали. Чертополох. Так, ну что ж, давайте попробуем опять скрывать сундуки. Прошлая серия у нас была посвящена вскрыванию сундуков. Я надеюсь, что в этой серии мы не будем так сильно мучиться.
позор, позор, позор на мою седые... На мою седую голову мы не можем скрыться, но новичок всем уже. Так, нефрит, это хорошо, свиток и аметист. Это все очень хорошо. Может, ты сможешь мне помочь? Да ладно, что ж тебе сможет помочь, аметист? Не знаю, не знаю. Так, ну отсюда мы однозначно берем все. И свитки мы тоже все берем. На елке не ту кнопку жму. Так, что еще у нас тут есть? Много чернильниц, много перьев и снадобья силы. Или уже с факелом. Сообразительная барышня. Ага, вот еще сундук. Так, не-не-не-не. И опять открывается. Ну ладно, что делать, давайте. Опыт лишним не будет. А отмычек у нас, в принципе, достаточно. Да что ж такое-то? Все так, нет, никаких две мерзких цацок мы не берем. Единственное, что там вот еще сундучок есть наверху. Его можно просто осмотреть. Отлично. Так, ну вот, я уж не знаю, что тут делали бандиты или кто тут жёг костер. Но они явно все оставили. Так, медный обруч с сапфиром. Мне нравятся обручи, поэтому мы их будем забирать. Смотрите, органианский доклад, часть первая, мы не читали. Наверное, редкая книжка. Берем, берем, берем. Что, опять? Опять? Вилья, стой. Lydia is a very attractive woman. Don't you think so too? Я. Страшненько она мне не казалась. И ты шутишь, естественно. Oh, come on. I know you think she is. Да, я потому что ношу для нее броню, поэтому я иногда о ней действительно вспоминаю. Так, дай-ка мне свои сумочки. Sure. Вилья. Провокаторша. As you wish. Так, драконью чешую ты тоже таскаешь. Господи, чего только нету. И броня у меня, волчий клич. Зачем-то я с собой таскаю в больших количествах ветки, стружки, аметисты. Котелок. Давайте отдадим Вильке ветки и стружки. Они, в принципе, конечно, очень тяжелые. Держи аметиста. До кучи уже. Бутылку из-под скумы. Так, где наш вес? 369, 373. Ну все, наверное. Ступка пестик тоже стоит, вернее, весит бешеные килограммы. Shall we continue? Да, Виль, пойдем. Пойдем нам явно сюда. Хо-хо-хо-хо. Судя по всему, мы на месте. Смотри, какая штуковина. Так, как мы там быстро-то бегали? Так кажется. Есть тут кто-нибудь? Нет, похоже, что тут только пыль, иссохшие кости и дневник Дрогта. Давайте-ка его почитаем. Кости явно принадлежали тоже Дрогту. Да, не хотела ничего писать про мою жизнь. Это всякие короли и жрецы древности достойны того, чтобы их жизнь как-то кто-то описывал. А я, Дрогт, нет. Я человек простой. Так что никакой ни дневник и ни книжка рассказов каких-нибудь там. Но... Этот проклятый механизм прямо захватил мои мозги, и я не уйду, пока не разберусь. Без
коробке эта хитрая штука совсем не двигается, становится прямо как дохлый хоркер, только что не воняет. А вот если вставить коробку в дырку, тогда она оживает. Колец 5, а кнопок-то всего 4. Да и все равно большую часть времени почти ничего не работает. Когда огоньки выстраиваются в ряд, открывается еще больше, но толку никакого. Просто начинает двигаться еще одна штука. Старый блохастый каджит, который продал мне куб, говорил что-то вроде «свет сквозь знания, сквозь механизм скрыт в кубе». Я запомнил, потому что он заставлял меня повторять эти слова, пока мне не захотелось его придушить. Что я и сделал? Свет сквозь знания, сквозь механизм скрыт в кубе. И он придушил каджит. Ах ты, негодяй. Я пытался уйти, но снаружи волки, а тут эти странные безглазые твари. Придется тут торчать, пока не разберусь с этой штукой. И я с ней разберусь. Но, похоже, ничего он не разобрался, а осталась от него костная мука. Почему-то рулон бумаги, который мы возьмем на растопку. Вот и все, что осталось от этого ученого. Так, сюда нам явно пока не надо, Виля. Ну что ж, давай, этот не разобрался. Я думаю, что мы-то с тобой, может, как-то разберемся. Возможно, разберемся. Так, итак, словарь. Окей. Нам открылись кнопочки. Так, уже не помню, друзья. Не помню абсолютно. Кнопка. Открылась еще одна. Так, давайте ее теперь. О-о-о-о. Так, это открылось. И все кнопки закрылись. Спустился свиток, я так понимаю, да? Так, поэтому давайте-ка быстренько, пока не началось, заберем его. Да. Красота. Вот он, древний свиток. Ах. И мы получили достижение древние знания. Древние знания. Этот свиток поможет нам победить Алдуина. Так говорит легенда. Так говорит Партурнакс. Поэтому уходим. Так, здесь все спокойно в Багдаде. Вилья, пошли кататься. Все тут? Поехали. Ух-ух-ух-ух. Белый день. И, конечно же, у нас тут холодно. А кто бы сомневался. Так, поэтому давайте-ка к костерку. Встанем у костерка. Что у нас там такое вкусненькое? Что-что-что-что? Фазанье жаркое. О, мы обязательно возьмем фазанье жаркое. А как же? Более того, у нас легкий голод. Сейчас мы им и перекусим. Так, о, испорченные отходы. Это... Так. Мы что, их съели? Или мы собрали плесень? По-моему, это как-то так было, собрать плесень. Так, фазанье жаркое мы съедим. Зеленым чайком мы запьем.
Вот так вот. Да. От сбора плесени нам не очень хорошо, поэтому давайте-ка присядем. И немножечко отдохнем. Так, ну а пока мы отдыхаем, давайте-ка я посмотрю наши задания. Что у нас есть? Выяснить свойства алого корня Нирна. Так, это нам надо книжку почитать, насколько я помню. Так, за гранью обыденного записать словарь. Подождите. А разве мы его не записали? Или это не здесь? Друзья, я забыла забрать словарь. Точно. Ёлки с палками Вилья. Выходим из согревания рук. Сил у нас нету, мы обожрались. Так, давай, бери снежную. Я же снежный ягодник. Словарь, точно. О! А как это так? Подожди, а что вы там делаете? Эй! Не, ну не говорите мне, что... Мне теперь... Вилья, дерни за рычажок. Черт! Так, я могу, кстати, тебе давать отсюда указания, Вилья? Нет, к сожалению, не могу. Друзья, неужели мне теперь придется проходить опять весь этот черный дурацкий предел, чтобы сюда зайти? Что за ерунда? Почему он закрылся? Он не должен вообще-то закрываться, когда мы отсюда уходим. И че вы там торчали? Хочется спросить. Так, ну что ж, это, конечно, эпик фейл с моей стороны. Эпичнее не бывает. Открыть я отсюда это никак не могу. Поэтому мне придется что делать. Сидите тогда уже тут, а я пойду все по новой. Друзья, и, естественно, я это буду делать не на запись, потому что это... Это немножечко дурдом будет. Увидимся с вами, когда я пробегу быстренько. Я надеюсь, быстренько пробегу черный предел. А, Вилька, смотри-ка ты. Телепортнулась, молодец. Мне бы так, обратно к тебе за решетку. Но я не могу. Поэтому увидимся с вами, друзья, через пару секунд для вас. Ну вот, друзья, и снова свиток у нас. И кубик мы забираем. Вот как. Вот что надо было сделать, а не бегать тут сломя голову. Ладно, уходим. Едем. И мне очень странно, почему же не остается открытой эта локация. Хотя, возможно, что я ее и не открывала, а меня просто выдавило, скажем так, за решетку, когда мы выехали. Ну да, я же не открывала тот рычаг. Вот видите, что получилось? Меня раз сюда и выкинуло. А эта локация осталась закрытой, поэтому это как-то очень странно, я вам скажу. Это очень странно происходит. Мне это совершенно не нравится. Ну ладно, что делать. Пусть как будет, так будет. Итак, мы идем к костру и смотрим наше задание теперь по новой. Итак, у нас очень-очень много чего делать. За гранью обыденного это понятно. Это Септимию отдать словарь. А это прочесть древний свиток. Это основное. Так, корни в глубинах Архимаг. Флакон. Кстати, не тающий снег, он у нас и есть там, где Портурнакс. Роман Вильи. Ну, Роман Вильи как-то... Вилья молчит у нас. Ну, в принципе, здесь с вами совсем рядышком от нашего Хельяркинхола. Вот не направиться ли нам сюда передохнуть, как говорится, собраться с силами, рассортировать все по...
полочкам. Давайте я поставлю прямо вот сюда маркер. Вот. И пойдем-ка мы навестим наш Хильяркин Холл, поскольку давненько мы там не бывали. Так, давай, выходи из своих согреваний руки, ноги, побежали. А Вилья нас догонит. Да что ж такое-то? Уйди. Сейчас уже до дома дойдем и согреемся. Вот же наш домик. Так, кто у нас тут хозяйничал? Я уже не помню, кто тут был на хозяйстве. Грегор, по-моему. Так, давайте осмотрим, что тут творится у нас. Как мне кажется, я тут, по-моему... О, у нас выросли грибы, у нас выросли грибы. Отлично. У нас вырос снежный ягодник. Он, конечно, тут не такой, как можжевельник. Пшеница и лютый гриб. Помнится, мне для чего-то нужна была пшеница в больших количествах. Давайте-ка я ее тут еще посажу. Так. Вот. Дать. Окей, окей, да. И давайте сюда еще пшеницу посадим. А дальше посмотрим, что мы еще посадим. Светящиеся грибы тут хорошо у нас зашли. Так, итак, кто у нас тут стучит? Грегор. Так, Грегору надо мне тоже будет посмотреть и выдать какую-нибудь броню получше. А то он в каких-то... обносках ходит. Так, ну а так все, в принципе, в порядке, насколько я вижу. Даже куры живы, коровы живы. У нас есть лошадь, но она где-то... Бальзам наш где-то отдыхает. Давайте навестим наш милый-милый домик. Так, ну что у нас тут творится? Я, друзья, уже не помню, все мы тут доделали или не все. Стоят у нас наши плотницкие верстаки. Возможно, что... А, да-да-да-да, нам нужен сюда саблезуб и такие всяческие прочие украшения, насколько я помню. Он не совсем доделан. У нас тут с вами... Что это такое у нас? Судя по всему, это алхимическая лаборатория, по-моему. А может, и зачаровательная. Так, и вот трофеи. Сюда я уже не помню, друзья. Вот что значит отрываться надолго от... Я помню, что я хотела Драугара поставить куда-то сюда. А вот что еще не помню. Но, тем не менее, в принципе, более-менее у нас тут все сделано. Так, и в таком случае здесь, по-моему, у нас было оружейное, не так ли? Да. Оружейное. Сюда мы будем складывать наше эпическое оружие и одевать не менее эпические костюмчики. Ну, этим всем мы будем заниматься, естественно, за кадром, потому что я это дело люблю, а вам это будет неинтересно, потому что это может растянуться... На много-много серий. Так, я права, это зачаровательное? Да. Господи, эти манекены, это что-то. Так, ну что ж, тогда, Вилька, у нас времени 5:30. Мы с тобой вполне еще можем посидеть, поужинать, погреться, почитать книжку. Барда у нас тут нету, и слава богу, может быть, Вилья нам что-нибудь споет. Иди-ка сюда, Вилюхин. Йордис is a very pretty girl. Так, теперь уже Йордис. So
Так, ты знаешь, вот я соглашусь. Ага. You agree. Very well. Что такое? Are you hungry? I could make a meal for you if you like. Так, кстати, давай. As long as I've got the right ingredients, I can always prepare something for you. Now, what would you like to eat? А что у вас есть предложить? Неважно, у вас нечего. Вы меня троллите. I'm sorry, but I can only make dishes that I have the right ingredients for. Слушай, ну у тебя куча картошки. Ты не можешь пожарить картошечки? Cooking would be more versatile. А то сю-сю-сю. Так, ладно, раз не жаришь картошку, давай-ка мы с тобой... Так, по-моему, одолжение. Tell me, what do you want? Так, зелья. Сыграй что-нибудь, вот, сыграй что-нибудь. Oh, I'd love to. И давай вместе поиграем, так уж и быть. That would be lovely. Давно мы это не делали. Так, на флейте, на лютне. У меня есть, по-моему, лютня, поэтому давай-ка я буду на лютне. So, what would you like us to play? Так, а что мы сыграем? Плач по потерянному возлюбленному. Нет, мы сыграем танец Двемерского горшка. Мы только что с вами вернулись из Двемерских руин, поэтому давайте мы его и сыграем. Absolutely. Браво, 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 Вилья, браво, я. И, друзья, как вы сами, наверное, поняли, это была наша с вами прощальная на этой серии песенка, потому что время наше эфирное подошло к концу, и нам пора расстаться. Увидимся с вами в следующей серии. За кадром мы с Вилли тут проведем тихий, мирный, приятный вечерок. И отправимся на дальнейшее путешествие, приключения, они не замедлят себя ждать. Поэтому заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!